Итак, ура, ура, ура. У меня новый телефон. Я только что заплатила $228. $200 за телефончик, который хотела. И вот это вот мне. Он посоветовал мне взять вот такую. Я говорю, только красную, никакую другую. Вот эту красную штучку такую на такой громадный телефон. Да, вот он мой телефон. Вот он. Мне хотели дать бесплатно такой же телефон, как у меня, Samsung. Я сказала нет. Он очень маленький. Мне нужен большой телефон. Все-таки я решилась его купить. Потому что 12 у нас эти 12 всяких селфон мобильных, как сказать, провайдеров. И я все-таки хотела не прогадать. Итак, 228. Сколько там? 98. $200 стоит телефон. Но так как я отказалась от бесплатного, мне дали Activation Free 100 с чем-то долларов. И, короче говоря, мне... 2-3-8-9. Такой красивый мальчик. Так, все, сейчас он со мной разделается. Я еще раз подошла, спросила, говорю, что действительно. Сейчас я не вижу, что вы пишете. Сниму очки. Данечек, ты здесь, родной мой? Сейчас. Я не вижу. Я только сняла очки, чтобы посмотреть, что же, кто мне пишет. Челябинск, привет. Привет. Сиэтлу, привет. Не спящие в Сиэтле. Замечательный фильм, кстати, кто не смотрел. Поздравляю с новым телефоном. Что за телефон? Сейчас покажу телефон. Какую модель взяли? Сейчас я скажу. Unlimited everything. Unlimited. Yeah, $60, yeah. Like I said, I need just data. Yeah. Because I have another phone. Yeah. Yeah. Thank you. Unlimited. Yeah. This is my phone. Can I open it? Yeah. Okay. Мальчик просто занимается мне, с меня снимает деньги, дает мне номер телефона. У них было 5 свободных телефонов, номера красивые. Я говорю, дай мне красивый номер телефона. Выбрала себе 3 семерки. И 27 даже там есть. Ра-та-та. Симоронский 27. Так, я сейчас покажу свой телефон, вытащу, какой он маленький. Сейчас. А где мой телефон, кстати? Вау, я взяла мой телефон. Сейчас, секундочку. Сейчас, чувствую, это секунду. Одну секундочку. Now I lost my phone. Сейчас, часу не легче. Окей, where is my phone? Нет, это надо быть такой чокнутой. Это вообще шарики за ролики. Я на телефоне. Я своим телефоном снимаю перископ и ищу свой телефон совсем. Короче, я не могу поставить свой телефон рядом, потому что я же им снимаю. Ну, чтобы сравнить, ну, вот такой вот. Вот мой телефон будет вот такой вот до сих пор. Вот такой вот будет, малюсенький. И поуже немножечко будет мой телефон. Итак, этот телефон называется... Три буквы. Опять же, не подумайте, что это дурное. Boost, модуль, boost. Вот он. ZTE. Yeah. Can I take it? Yeah. You need it? Mm-hmm. Он отдал мне мой драйвер слайдинс. И тоже сегодня, сейчас искала драйвер слайдинс, думаю, боже, потеряла где-то. А потом вспомнила, я ходила на плавать и взяла с собой. Вам не нравится? Хороший телефон, поздравляю. Даня, она не видит, что ты писала. Данечка, я не вижу. Данечек, я тебя ждала дома в этом правильный день. Да, мой родной, да, правильный день. В общем, я могла получить бесплатный телефон, но должна была заплатить бы $150 за подключение и за первый месяц $60. Бабушка, привет, я тут. Привет, мой родной. Вы перископом оттуда, конечно, буду пользоваться. У меня будет безлимитный high quality, очень хороший интернет постоянно, днем и ночью. Я могу ехать в машине и смотреть видео. Данечка, родной мой любимый, сердечко мне прислал. Так, iPhone берите. iPhone я не люблю, я сто раз говорила. Привет, Баку. Ну, чем не нравится? Я не знаю, что такое. Ну, честное слово, Владикавказ приветствует. Привет из Сенфорда. Altamont Springs. О, привет, Altamont Springs. Hello, я очень рада поздравлять с покупкой. Почему не iPhone? Данечка, я же тебе говорила, родной, я не люблю iPhone. Я вообще Apple не люблю, не знаю почему. Ну вот я верная такая вот этим вот всем. А почему именно этот телефон? It's gonna take about 20 minutes. Okay. I'm not in a hurry. Take your time. No problem. Thank you.
Он говорит, это займет 20 минут, чтобы активировать. И вот у них тоже вот эта штука продается. Вот это, чтобы становиться ногами и кататься на ней. Интересно, ладно, можно с вами встретиться в Орландо. Может быть, когда-то можно, но не сейчас, потому что сейчас я кормящая мать, и мне совершенно, у меня сейчас вообще нет времени ни на что. Привет, Уфа. Внучок, счастливый, бабушка, у тебя супер. Спасибо, акцент клевый. Айфон супер. Айфон, да, я не спорю, айфон супер, но я не люблю им пользоваться. Мне все-таки ноутбук. У меня есть ноутбук, у меня два ноутбука. Привет, люберцы. А какая компания? Компания Boost. Boost. Вот он написано. Вот он перед вами. Envision Mobile. Вот он. Envision. Нет, у меня Boost Mobile. Какая фирма телефона? Я сказала три буквы. Кто подскажет? Зи с чем-то. Привет, Сыктывкар. Вы очень позитивны. Мы любим ваш канал. Спасибо. Я вас тоже всех люблю. Вот, ZTE, да. Спасибо, спасибо, Самира. А не смущать неизвестно? Абсолютно. Меня никогда ничего не смущать. $200. Большое дело. Даже и то меньше. Дело в том, что если что, это Америка. Если тут что-то мне не нравится, я приду сдам. Если я не смогу сдать, я подам в суд и все. То есть это вообще, тут даже и в суд подавать не надо, потому что тут очень-очень-очень, тут любят клиентов, задницу их целуют. Может, меня сегодня тоже поцелуют. Почему бы не планшет? Планшет – это планшет. У меня мой компьютер складывается в планшет. Мой лаптоп складывается в планшет. Мне нужен телефон. Мне нужен именно телефон, большой телефон, чтобы была хорошая видимость, что вы застыли. Я не застыла. Хочу фирму Телфи. Плохо к русским относятся в США. Кто сказал, что за глупости такие? Тут вся Америка – это страна эмигрантов. Какие глупости? Ждем ваших новых видео с рассуждениями о жизни. Будут обязательно. Людмила, вы классная. Спасибо тебе. Как тебе? Yes, Nail. Привет, Беларусь. Я крутая. Варите борщ, пока не варю. Сколько интернет будет стоить? Мне интернет будет... Мне телефон, в котором будут безлимитные разговоры, безлимитные месседжи и безлимитный 5G этот интернет будет стоить мне $60 в месяц. Я могу смотреть хоть 24 часа в сутки интернет. В смысле, что-либо из интернета. Благодаря вам знать Blue Springs. Да, Blue Springs супер. Привет, Кисловодска. Привет, Кисловодск. Дина, я тебя тоже обожаю, моя дорогая. Людмила, мы вас ждем. Привет. Ой, холодной Ирландии. Привет и тепло Флориды. Америка, страна. Вы клево выглядите. Пользуйтесь. Не вижу. Лучше умалчивать, что русский 5G – это уже не безлимитный. Нет, я не говорю, что… Я сейчас покажу план. Если неправильно сказала, не цепляйтесь, потому что я небольшой знаток. Я сейчас покажу план. Вот он. 5G, да. 5G это уже не безлимитный, да. Я могла бы брать 8 гигабайт за $45 в месяц. Но я взяла себе безлимитный. Поэтому я много раз говорила, что я не знаток в этом. Вот то, что вижу, то вижу. Я вчера поехала в Best Buy. Посмотрела там, у них там такого нет, что вот телефон, кстати, этот стоит 250. Вы сами знаете, что такое, какое добро вы приносите людям. Спасибо большое. Так, называется Boost Mobile. I'm making advertisement for Russian people. Привет из Англии, спасибо. У вас красивые ноги, фигура классная, спасибо. Сережа, привет. Сережа Скай. Ага. Так, цены в России дороже, чем в США. Были в Osborne Light. Я была везде. В Disney я была везде. Так, короче говоря, у меня будет очень красивый номер телефона. И я новый телефон. На новый телефон переведу все свои YouTube, все-все переведу на новый телефон. А старый телефон вам номер дам. Как вы решили снимать видео? Ой, тут очень долго рассказывать. А что такое так? Плохо видно. Вот теперь нормально видно. Аляска. Ой, Аляска, мы приедем на Аляску в следующий август. Людмила, ваши книги день продаются. Да, мои книги продаются, кстати, очень хорошо продаются. У меня просто это. Очень приятно, что вчера видела вас со сне, обнимались в церкви. Здорово, здорово, конечно. Поздравляем с обновками. Вы лучше. Спасибо. Расскажите видео о вашем решении. О каком решении? О решении купить телефон. Я давно хотела купить телефон. А где можно купить книгу? На Amazon. Amazon.com. Пишите просто слово «translated to Russian» и на английском языке, и сразу выскочат мои книги. Очень хочется почитать. Там читать нечего, у меня это не книги, это не художественные книги. Там одна у меня художественная книжка есть. У меня книги – это переводы. Перевод правил дорожного движения и так далее. Теперь будете сейчас с нового телефона в Вайбере. Да, буду общаться и в Вайбере, и буду общаться с
Skype и Viber. Потому что я сейчас основное время провожу... О чем книги? Правила дорожного движения США, правила дорожного движения Флорида, тест на гражданство на получение, там что-то еще. Uber забросили. Я Uber никогда не забрасывала, я никогда его особо не... Я просто показала, как можно зарабатывать. Снимите обзор телефона, обязательно. Раньше смотрела на вас на YouTube, но потом что-то случилось с вашим каналом. Уже давно ничего не случилось. Christmas party. Угу. Так, ладно, пойдем смотреть телефоны. План показала. Что у нас тут еще? Вот другие планы есть, пожалуйста. Вот. 10 гигабайт, $45 в месяц, пожалуйста. Так. Unlimited. Вот. Unlimited. Что такое? Что это было? 4G. Дата. Так, это что у нас такое? 69. Unlimited text update. Ладно. Ну, короче говоря, я остановилась на этом. Тут есть и айфоны, тут есть все что угодно. Galaxy 6. Ну, Galaxy я, конечно, очень люблю, но мне пришлось сегодня его предать. Предала свой Galaxy. 398. Invisible phone. Так что все. Мальчишки сейчас красивые дадут мне все. Прощаемся. Вы верите в то, что... Вы верите во вдохновление для того, чтобы написать что-либо? Конечно. А как же? А все поэты ждут музу, а как же без этого? Чем планируете заняться сегодня? Сейчас, прежде всего, пойду пить кофе. А City Mobile? Я не, честно не знаю. Свой старый номер телефона, я старый телефон вам номер всем дам. Беру сразу чехол на телефон красный. Да, мне, я сказал, если есть красный, то беру. Мне мальчик показал. Покажите себя. Сейчас покажу. Ну. I'm leaving. Okay. If you need anything, she will take thank care you. Of you. Right? Thank you so much. No have a good day. Anytime. You know, you're a customer here. Thank you. It's going to take a little bit more because we did the port. And it's okay. That. I'm not in a hurry. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Сейчас я хотела себе... Hello, how are you? You are here? Ah. And he called you and you were there. No, I called you. You are speaking in your phone. Yeah? I did not. Oh. Прошу, у меня заклеена камера. Камера заклеена. Yep. Угу. Ой, на голове взрыв на макаронной фабрике, как всегда. I'm talking Russia. Are you familiar with Periscope? No. Yeah? Say hi. Hi. Your brother? He's a brother. Yeah, brother. Uh-huh. You can say hi. Say hi. Так, все сказали хай. Сейчас я снова заклеиваю камеру и перехожу на... Да как-то она по-дурацки снимает. Ну! А как ее убрать? Эй! Ты посмотри, не могу. Да елки-палки. Переключайся. Вот, переключилась, слава богу. Заклеиваю снова свою камеру. Сейчас, секундочку. А девочка, я говорю, так он тебе звонил туда за стенку? Она, я говорю, ты была здесь? Она говорит, да, я была здесь. По всей видимости, эта семья держит магазинчик. Так, я пока не читаю, сейчас читаю. Сейчас начинаю читать. Такие красивые пацаны у нас здесь водятся. Американцы такие улыбчивые, очень улыбчивые и очень-очень вежливые. Ой, зачем так? Я сейчас заблокирую. Кто на Путина, кто здесь мне выносит гадости на политиков, я буду блокировать. Я вас люблю, Людмила. Пожалуйста, не болейте. Будьте всегда... Скажите номер телефона. Я пока не скажу, потому что мне надо перевести. Мне надо тот телефон вывести старый со всех, с Ютуба, со всех, с Фейсбука, отовсюду, и завести новый. Спасибо с моим телефончиком. И тоже большой хай. Everybody said hi to you too from Russia. Everybody said hi to you too. Thank you. Она сказала thank you. А вы кто такая? А вы кто? Какая-то хороший. В какой стране вы? Я? В США. Устроите встречу с подписчиками в Орландо. Глупости какие. Что за глупости? Встреча с подписчиками. Я что, Каролина какая-то? Приветик из Екатеринбурга. Привет, Екатеринбург. Вы очень позитивно, любим вас. Мой телефон. Ну, я звонить не буду. Да еще можно купить Powerbank для того, чтобы не беспокоиться. Да, я куплю. Мне Марсель показал. Хорошая такая штука. Он на Амазоне за $15 купил. Просто шикарный. Там еще и солнечные батареи. Куда пропала ваша подружка Света? Она никуда не пропадала. У Светы новый дом. Она как сказать, обживает новый красивущий, большущий дом с выходом на озеро. Как скажете, капитан, вы кто? Это солнце в декабре такое светит? Да. У нас на...
Я рассказывала, почему заклеиваю камеру. Потому что любой... Есть программа, которая заходит в ваш компьютер в камеру и наблюдает за вами, даже вы об этом не знаете. Я вас смотрю около 4 лет. Эмилия, 17. Вы мне очень много научили. Спасибо вам. Спасибо. Вам тоже спасибо. Пошли на улицу посмотрим. I'll be back in a minute. Вот я показывала, такая девушка стоит у них, такая прикольная. Блондинка, как дела? Носик покажи. Спряталась. Стоит блондинка, вот у нее в животе вмонтирован вот такое приспособление и крутится. И вот одна стоит уже. Вот одна уже стоит. Ой, какое солнце яркое, вообще ничего не вижу. Ой, сейчас я очки оставила, а сейчас очки одену. Ой, какое солнце яркое. Какое яркое солнце. Сегодня, конечно, жарко. Сегодня у нас 16 декабря, правильно? Я пока, ребята, не читаю, что вы там пишете. Сейчас, секундочку. Я пока не читаю. Очень жаркое солнце. Вот вышло на секунду, уже жарко. Вообще в это время, в прошлом году было очень холодно. Ко мне приехали друзья из Ялты, из Киева. Такая холодина была. А я их приглашала, говорю, приезжайте ко мне в ноябре, либо в декабре, самая лучшая погода. Ну, я думала, будет вот так, как сейчас. Ну, вот был такой холодный год, прошлый год, конечно, было холодно. Так, ну что, снова пошли вовнутрь, потому что мне очень жарко на солнце. Сейчас мне дадут мой телефончик. Ой, так, снова могу читать. Сейчас, секундочку, сниму очки, буду снова читать. Кто это? Супер, как я люблю солнышко и люблю, когда тепло. Ой, так тепло вообще, сказочно, просто сказочно. Привет, так, огромный привет, Полтава, сколько градусов? Ну, наверное, градусов 27. Люда, не будете давать комментарии по поводу? Есть еще один такой вопрос, я буду блокировать. Я избавилась от балласта, и к балласту никогда больше не возвращаюсь. У нас так холодно, минус 20. Ой, бедненький, я знаю, что такое холодно. Знаете, Андрея, не знаю, хочу жить в таком климате, пожалуйста. Ура, солнце, позитив, спасибо, что вы там делаете? Живу. Людочка, у нас в Турции сейчас тоже плюс 25. Здорово. Ой, как я люблю Турцию. Привет, Турция. Привет, Стамбулу. Холод надвигается. Ньюс показывали. Да, у нас бывает, холодный фронт приходит, но ненадолго. Привет, Салтавского края, вы лучше. Новый телефон, да, новый телефон уже вот сейчас у меня будет в руках. Перископ, такая прелесть. Теперь могу написать вам. Здорово, действительно. Эх, счастливая нам, чтобы согреться, надо на батарее сесть. Но зато лето у вас, лето что же бывает. Зато у вас снежочек красивый. По снегу не скучаете? Я по снегу не скучаю, хотя очень люблю. А с кем будете праздновать Крисмас? В кругу моей семьи. Поздравляю с покупкой. Может быть, еще и куда-то поеду. Ну, скорее всего, что уже в январе куда-то поеду. Самвела жду в гости с удовольствием, если, конечно, он приедет. Но опять-таки, Самвела жду в гости, я найду ему недорогую гостиницу или хорошее жилье у русских можно снять. Сейчас начнется в январе холод, днем тепло опять. Когда в Ялту пойдете? Планирую в 2016 году. Пропустила. Вы Samsung покупаете? Нет, не Samsung. Вы любите домашних животных? Я люблю домашних животных, но я рассказывала, это проблематично, это надо быть привязанным к дому. В Москве последние 2 недели настоящая жара. Сейчас читаете какую книгу? И у меня 3 книги, которых я читаю одновременно. Люда, можно ли во Флориде купить мобильный дом за 10 тысяч? Невозможно, это совершенно невозможно. И за 30 даже сейчас уже нельзя. За 50 может быть, если сильно повезет. Так, номера не будет, что проигрывать не будет, не знаю. Так. Нет, это 10 клей, это развалина. Надеюсь, вы будете держать за нас кулачки в розыгрыше. Да, за всех, держу за всех кулачки в розыгрыше. Где номер старый, можете переписать. Я сейчас ничего никому не пишу. У Дугласа здоровье вроде бы нормальное, но он, конечно, с виду очень-очень сильно постарел. У меня есть видео, как я начала снимать видео. Найдите, пожалуйста, Флорида Ялта, как я начала снимать видео. За 100 тысяч можно купить? Можно купить дом за 100 тысяч. Как можно легализоваться? Выиграть грин-карту. Или получить убежище, или выйти замуж за американца, либо за американку. Вот у меня так телефон греется на этом, как он называется, на перископе. Почему-то сильно греет телефон. Так. А какой ужас. Блокирую. Какой курс рубля к доллару, не знаю. Спросить у них, показать Samsung Galaxy Note. Сейчас пойду спрошу. Так имеется в виду телефон Samsung Galaxy Note. Я немножко темная в этом. У меня есть телефон, я им пользуюсь и хожу. Вот. It's okay.
Сейчас она занята, девочка, я потом спрошу. Так. Это камеры, что ли, они продают? Не могу понять, вот это что такое. А, это телефон. Это телефон. Вот сколько планов тут. Десятки этих планов разных всяких. Вот бесплатный телефон. Мне вот этот предлагали взять. Я сказала, нет, он маленький. Мне он не нужен бесплатный такой. Так, ладно. Привет, как дела? Олис 89. Отлично. Сколько стоит iPhone 6? Не знаю, сколько он стоит. Я не смотрела. У нас половина первого ночи. Завтра зачет по матану. Желаю удачи с зачетом. Сижу, смотрю вас. Желаю. Сдашь. Все сдашь. На 5. Я, Дуглас, может, сказали по-другому воспринимать. Он все так и зовет. Да, я так... Мой бывший муж. Цена iPhone 6. Не знаю. Сейчас посмотрим. Galaxy. Вот Galaxy. Вижу, где iPhone. Когда я в очках смотрю, я не вижу, что вы пишете, поэтому пока можете не писать. Я сейчас не смогу ответить. Я отвечу, когда я сниму очки. Не вижу я iPhone. Не вижу iPhone. Samsung. Так, где? Кто видит iPhone? А, вот они же iPhone. И вот же яблочки лежат. Божечки мои. Итак, смотрим. Смотрим. Вот 800, 699, 729, 799. Ну, цены хорошие. 999, наверное, это шестерочка. Вот она, наверное, да. 999, да, вот она. Это все без контракта. Это все без контракта. Я прошу прощения, что я так это говорю, где iPhone. А вот они, iPhone. Экстра. От 700 с чем-то до 1000. Это просто InVision Mobile, это, видимо, сеть. Это вот эта сеть, которая подключает, которая идет с айфонами, скорее всего, да. Я не могу приблизить. Я бы приблизила немножко. И телефон горячий-перегорячий. Все, пока-пока.